Деньги – неотъемлемая часть нашего мира. С утра и до вечера они неотступно следуют вместе с нами. Однако, нет никаких гарантий, что в этом бесконечном денежном обороте все банкноты подлинные. А вы уверены, что сейчас в вашем кошельке все купюры настоящие? Существует 19 способов выявления фальшивых монет. Обычному гражданину достаточно знать 5. 5 простых шагов, чтобы отличить подлинную банкноту от фальшивой. Перед вами образец 5000-й купюры 1997 года выпуска. Для начала поднесите монету к солнечному свету. В месте микроперфорации появляются маленькие неровные отверстия. Переверните банкноту другой стороной. Если на ощупь вы не почувствовали эти отверстия, купюра настоящая, так как они делаются с помощью лазера. У фальшивой монеты обратная сторона микроперфорации шершавая на ощупь, и видно, что ее пробивали иголками, а не лазером. Второй признак. В правом верхнем углу внимательно присмотритесь к надписи «Билет Банка России». В подлинной купюре эта фраза будет рельефна, и вы без труда сможете ее почувствовать пальцами. У фальшивой монеты эта надпись плоская. Под надписью «Билет Банка России» кроется третий отличительный признак. Покрутите банкноту на свету, и вы увидите, как герб меняет свой цвет с малинового на золотисто-зеленый. Если герб просто блестит, это фальшивка. Теперь обратите внимание на левую часть банкноты. На муаровой ленте при особом попадании света будут появляться радужные полосы. Если полос нет, это фальшивая бумажка. Наберитесь терпения и по возможности пользуйтесь очками или лупой, потому что весь берег реки Амур расписан аббревиатурой ЦБРФ, а также силуэтами медведей, тигров, рыб и деревьев. И это пятый отличительный признак. На фальшивой купюре на этом месте будет серый смазанный берег. Главное управление МВД России по Саратовской области предупреждает: подделка билета Банка России преследуется по закону. В соответствии с частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса максимальное наказание за сбыт и изготовление поддельных денежных купюр составляет до 8 лет лишения свободы. В случае обнаружения поддельных денежных купюр вам стоит обратиться в ближайшее отделение полиции, либо позвонить по телефону дежурной части Главного управления МВД России по Саратовской области 74 13 33 или 02.